Здравствуйте. Спасибо большое за нашего малыша. Он нас каждый день радует понемногу. А вот мы очень рады, это что-то невероятное. Он такой более открытый стал, более сговорчивый, более понятливый, более терпеливый. Очень хорошо он стал ладить с нашим дедушкой. Он до этого бился все время, кричал, просил не заходить в комнату. Вот, у него улучшился аппетит, он стал кушать все, ну, что ему дают, он почти не перебирает. Вот, еще очень важное для нас изменение, он меньше трясет руками. Вот обычно у него были вот такие встряхивающие движения. Вот, сейчас они значительно уменьшились, он больше находится в теме, меньше отвлекается, часто отвечает на вопросы, потом пытается уже где-то помочь. Был один очень такой момент, когда наша малышка, вторая дочка, подходит к нему и начинает просто кричать. Он раньше в ответ тоже очень сильно кричал, она начала повторять за ним, вот. А сейчас она копирует его поведение, подходит к нему и просто кричит. Я отвела его в сторону, попросила, чтобы он не кричал, постарался это не замечать. И он послушался, и раньше он такое бы никогда не сделал, раньше бы он все время кричал, вот. А сейчас он, я его попросила быть старшим, быть умнее, быть мудрее, быть терпеливее к младшей сестричке. Вот, он послушался, не закричал. Это, конечно, очень большой прогресс для нас. Это очень неожиданно, радостно. И вообще, это что-то такое невероятное. Спасибо большое. Вот, у него почти прошел страх намочиться, испачкаться. Вот, это тоже очень положительная для нас деталь. Мы этого тоже ждали долго. Раньше он всегда испачкается и начинает кричать, что ему нужно сменить одежду, быстро все вокруг убрать, вытереть. Сейчас уже такого нет, он реагирует ровнее. Да, он говорит, что он испачкался, что ему не нравится, но уже истерики нет, спокойно. Ну да, сейчас поменяем. Вот, спасибо большое, мы очень рады. Большая благодарность и желаем вам здоровья. Спасибо, что вы есть. В общем, огромное-огромное спасибо от нашей семьи. Спасибо.